Цирковая рысь во время выступления бросилась на дрессировщика. Очевидцы сняли инцидент на видео. Происшествие произошло в цирке Южной Осетии во время гастролей в Цехинвале. В выступление был включен номер с дрессированной рысью. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как дрессировщик тянет дикую кошку за поводок. Животное сидит на подставке и упирается, отказываясь двигаться. В итоге рысь упала вместе с подставкой, после чего набросилась на дрессировщика. Сообщается, что мужчина не получил серьезных повреждений и смог самостоятельно уйти с манежа и увести животное. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные факты и новости. До встречи в следующем ролике.